Еще трое жителей края заболели корью. Эту информацию подтвердили в Роспотребнадзоре. Все заразившиеся взрослые люди вирус они подхватили в Московской области. Напомним, что корь – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. В прошлом году в крае было официально зафиксировано 8 случаев кори. Тогда и сейчас все заболевшие были непривиты. Врачи напоминают, вакцинация – единственный способ оберечь себя от этой болезни.